Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Я поклоняюсь Шри Кришне, личности Бога, Сыну Васудевы. Нараянам намаскритя. Нараянам намаскритя. Рам чайва нароттама. Девим сарасватим вьяса. Тато джая мудирае. Перед чтением Шримад Бхагаватам, который является единственным путем победы, следует выразить свое почтение личности Бога Нараяне, Нараяне Риши, лучшему из людей, матери Сарасвати, богине учености, Шили Весадеви автору. Нашта праеша бадрешу, Нитям Бхагаватам севаям, Бхагавати уттама шлоке, Бхактир Бхавати Найштаки. Благодаря регулярному посещению лекций по Шримад Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью разрушается. И тогда любовное преданное служение Верховному Господу, воспетому в возвышенных стихах, становится необратимым. Мы читаем с вами Шримад Бхагаватам, 4-я песня, 6-я глава, текст 34. Сананда дайр маха ситхайх шантайх. Сананда дайр маха ситхайх шантайх самшана виграхам. Шантайх самшана виграхам. Упасья манам сакьяча. Упасья манам сакьяча. Бартра бартра гухья ракшасам. Бартра гухья ракшасам. Спасибо. Перевод у Божественной милости Шрилы Прабхупады. Вокруг Господа Шивы сидели Кувера, повелитель Гухьяков, четыре кумара, достигшие освобождения, другие мудрецы и святые. Господь Шива был невозмутимо спокоен и исполнен святости. Комментарий Божественной милости Шрилы Прабхупады. Замечательно, что рядом с Господом Шивой, знаменательно, что рядом с Господом Шивой сидели четыре кумара, которые с самого рождения были освобожденными душами. В этой связи стоит упомянуть, что когда кумары родились, отец попросил их жениться и произвести на свет потомство, чтобы увеличить численность населения только что сотворенной вселенной. Однако кумары отказались выполнять его волю, из-за чего Господь Брахма страшно разгневался. Этот гнев привел к появлению на свет Рудры, Господа Шивы. Таким образом, четыре кумары и Господь Шива тесно связаны между собой. Что же касается Куверы, хранителя сокровищ полубогов, то он баснословно богат. Иначе говоря, связь Господа Шивы с кумарами и Куверой указывает на то, что он обладает всеми трансцендентными и материальными богатствами,
В сущности, Господь Шива является воплощением Верховного Господа, повелителем одной из гун материальной природы, то есть занимает очень высокое положение. Намам Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Шимати Бхакти Веданта Свамини Тинамине, Намасте Сарасвати Деви, Гаурвани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади, Пашчача Деша Тарине. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шивасати Гаура, Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Простите, пожалуйста, 061, Сера Кия, чья машина? Пожалуйста. Дорогие преданные, Харе Кришна. Спасибо вам, что вы нашли время прийти в этот замечательный храм. Также спасибо тем, кто в нем живет, здесь служит Кришне. Это замечательное служение, очень важное для жизни всего города. Спасибо также вайшнавам, которые помогают мне организовывать лекции. Мы сегодня говорим, немножечко говорим о полубогах. Это важная такая, очень глубокая тема. В этом мире есть счастье. Но определенное количество счастья. Не полное счастье, духовное, ну какое-то количество счастья. Чтобы поддерживать это счастье, нужны какие-то личности. Они воплощают эту энергию. Без энергии нет жизни. Вот для того, чтобы компьютер работал, нужно электричество. Это энергия. Также для того, чтобы работало наше счастье, разные виды счастья, нужны личности. Ну, то есть, как бы, мы не к компьютеру, ну, не к электричеству подсоединены. Мы подсоединены к другим видам энергии, которые вырабатывают личности. И они делают нас здесь счастливыми. В какой-то степени. На какое-то время. Ну, то есть, Господь поддерживает все это. Он не просто поддерживает, а Он дает полномочия, любит тех, кто вот этим занимается. Хотя это не главное, что нужно делать в этом мире, не главное. Но Господь очень сильно в это включен, Он дает возможности всем живым существам быть счастливыми. Почему? Потому что разум не может работать в атмосфере беспокойства. Разум работает только в атмосфере спокойствия. Если человек удовлетворен, то он может размышлять, может воспевать святое имя, может быть здоровым, потому что даже неудовлетворенность рождает болезни. Поэтому Господь здесь все так организовал. В Брахма-самхите говорится: «Шришти, шришти, пралая садна, чакти леша». Чайва яеся бхуванати вибати дурга, ичхану рупам апиасти тачеста честа говинда мати пурушам тамахам баджами. Ее внешней энергии майи, которая является тенью духовной энергии чит, люди поклоняются как дурги, творящей, поддерживающей и разрушающей силе этого материального мира. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, по чьей воле Дурга совершает свои деяния. Видите, женская энергия здесь творит, все поддержит и разрушает. Немного ипостаси.
Женская энергия – это тайная энергия. Ну, люди в основном не понимают, как она действует, даже женщины сами не понимают. Потому что это очень опасная и тайная энергия. И мужская сила дает много почвы для гордости. И эту гордость всегда разрушает женская энергия. Вот, допустим, у женщины очень откровенны по своей природе. Очень откровенны и открыты. И, допустим, если какой-то саньяси решил просто, ну, даже не погулять, а просто пообщаться с женщиной по душам, то об этом обязательно будет известно. Ну, по крайней мере, таким людям, как Олег Геннадьевич. Почему? Потому что женщины очень откровенны. Откровенно они спрашивают, задают вопрос. Поэтому без женщин здесь ничего не происходит. И они управляют процессами. Благодаря своей откровенности, своей открытости, чистоте внутренней, желания следовать старшим. Вот. Поэтому очень важно понять их силу. Они не дадут никому сделать что-то не так. Как, допустим, вот взять курятник, допустим. Там петух, он сидит и смотрит вдаль. Такое. Но все, ну, все, что происходит в курятнике, даже не надо приходить туда, потому что хозяйка знает, что когда, если что-то не так, то курицы начинают сразу поднимать шум. Поэтому там не надо даже как бы сильно беспокоиться о чем-то. Все контролируется курицами. Благодаря тому, что они очень активны, они не терпят никакого беспорядка. Они все сразу как бы решают все вопросы, тут же включаются везде. Так устает. Это материальная энергия. Она имеет женскую природу. Посмотрите, все. Это природа, все, это женская энергия. В доме, допустим, там мужские энергии в доме. Мужские? Там вообще какие-то мужские энергии есть в доме. Там, ну, обои этими цветочками, бабочками, там кровати такие, как бы. Или они такие. Нет, там все так раз, аккуратненько. Вот, все, женские энергии. Если мужчина по-своему что-то хочет сделать в доме, то все равно жена аккуратненько, тихонечко сделает, как надо. Как правильно она. Она все контролирует там. Если, допустим, мужчина ругается с женой, то дети на чьей стороне? На маминой. Собачка. Тараканы. Все на стороне женщин. Мужчина ничего не контролирует. У него нет возможности, потому что Дурга управляет этим миром, супруга Господа Шивы. Тоже очень интересно. Представляете, это такая тайна, непонятная нам совершенно. Шрам Ядхада Дати Викара, Викара Вишеша Йога, Санджайте Нахитата Притакасти Кету, Яшямбутама Питата Сампари Карет, Говинда Мади Пурушам Тамахам Баджами. Подобно тому, как йогурт, получаемый из молока под воздействием кислот, уже не является молоком, но не существует отдельно от молока. Точно так же и шамбу представляет собой состояние, которая, желая разрушить этот материальный мир, принимает Говинда, изначальный Господь, которому я поклоняюсь. Ну как, при чем тут разрушить материальный мир? То есть Шива, Парвати всем здесь занимается. При чем тут разрушение? Почему желаю разрушить материальный мир? Вот Шива желает его вообще разрушить, этот мир. Почему
как бы Парвати всем занимается, она тут поддерживает все, создает. Ну, как в целом материальный мир создал Брахма, но вот в самом материальном мире все создает Парвати. Она здесь, это она хозяйка. Она здесь прибирает все, создает в материальном мире все, занимается всем. Но при чем это разрушить тогда? Что он материальный, материальное все время. Ну? Вот, смотрите, какая она разумная, видите? Вот, то есть это эго, да? Он воплощает эго. А эго — это разум в невежестве. Это значит, что все это поддержание вот этого эгоизма, оно к чему приводит? К тому, что все становится только хуже. Вот мы стремимся к тому, что как бы... Здесь счастье есть? Некоторые преданные уже в храме так зажились, они говорят, здесь счастья нет. Ну вообще как бы... Вообще посмотрите. Как прекрасен этот мир, посмотри. Как прекрасен этот мир. Ну, есть счастье, вон, смотрите, вы же в Сочи живете, смотрите, цветы растут на деревьях, какие красивые. Или вы уже не видите этого всего? Кроме Кришны, ничего не видите? Смотрите, цветы, пальмы. Море вернулось говором чаек, песни прибоя, рассвет пробуди. Море как друга сердце встречает, море как песня звучит из груди. Красиво, да? Красиво этот мир. Парвати поддерживает порядок здесь, красоту, чистоту, чтобы все было классно. Женская энергия. Она поддерживает чистоту, красоту. Но так как это все вместе, вот это все, ну как бы, основывается на эгоизме, поэтому это все идет к разрушению. Поэтому Господь Шива и специально и создал это все красивое, как бы, ну как бы, не создал, он дал энергию для этого своим взглядом, он дал энергию. Его взгляд олицетворяет ложное эго. Он взял, дал энергию. Вернее, как Махавишну взглянул вот этим взглядом, который является Господь Шива. А этот взгляд, он содержит эгоизм. Но зачем он Махавишну так посмотрел? Он так посмотрел, потому что, ну, как бы мы будем там у него внутри, как бы он там сидеть. Мы хотим эгоистической жизни, но не хотим мы ему служить. А нам же жить надо. Души просят жизни, они просят, там сидят. Мы хотим жить, хотим жить. Ну ладно, живите как можете. Благословляю. И все, они начинают. И Господь же очень милостивый. Он поэтому создает все возможности. Масван яташма шакалешу нидеша теджа свиям кият пракатаятя питадва татра бахмаэша джагатанта видана карта говинда мади пурушанта махам баджами. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который дает Брахме своей отдаленной полной части могущество управлять этим миром, подобно тому, как солнце проявляет часть своего света в таких самосветящихся самоцветах, как Сурьяканта и другие. Но нам это вообще непонятно, потому что на Земле нет самосветящихся самоцветов. Вот представьте, есть самоцветы, которые сияют сами в темноте. Это используется во дворцах полубогов, там никогда не бывает цвет темноты.
И никто не понимает, как это действует. Это действует по другим законам. И есть такие виды энергии, которые передаются невидимо. Ну, для нас понятно, электричество, оно тоже невидимо передается. Но есть еще более тонкие энергии. Даже вакуум, пространство никак не связывает Солнце с этим местом. И все равно камень сияет. И он берет энергию от Солнца. Также Брахма тоже, он творит, но энергия идет от Господа непосредственно. По такой невидимой какой-то связи. Могущество, полное, огромное могущество Брахмы. Так действует Господь. Он наделяет силой. Но мы не поклоняемся Брахме, не поклоняемся Шиве. Но это не значит, что мы не уважаем все, что здесь происходит. Потому что если преданные не уважают все, что здесь происходит, то они становятся дикими. У них нет нормального храма. У них нет нормальных условий для жизни, потому что они все отвергают. Но так никогда преданные себя не вели. Вот, допустим, взять Санатану Госвами, он поклонялся Господу Шиве искренне. Зачем он поклонялся? Потому что для духовной жизни нужны условия. Я разок был в Ришикеше и зашел в одну пещеру. Там пещеры есть возле этого города. Зашел там, долго-долго шел. Такие мы сели там. Джай, Джаганат Баладев Субхадраки, Джай, Шинита Гора Сундраки, Джай. Мы сели там, чуть начали болтать, и на чистом русском языке нам говорят: не мешайте медитировать, вы здесь не одни. Темнота такая, вообще ничего не видно. И там, оказывается, очень много шиваитов сидит и медитирует. Ну, для них нормально. В грязи, в этой воне, там вообще дышать нечем. Медитируют они. Ом намо шивае. Но нам нужны нормальные условия. Потому что мы поклоняемся Кришне. Мы поклоняемся Кришне, и он должен в красоте жить, Кришна. Но вот смотрите, как интересно. Вот Шива очень отреченный. Вот теперь давайте разберемся с Парвати. Вот Парвати тоже такая же ободранная ходит. А как? Она самая роскошная женщина во Вселенной. Она, ее сопровождают энергии разные, богатства, красоты, могущество. Она покровительствует Кувере, который поклоняется Господу Шиве, и он имеет много богатств. Богатство портит человек. Куверу портит богатство? Не портит? Немножечко портит. Он покровительствует гухьякам, которых богатство портит еще немножечко побольше. Эта энергия хитрости, которая от гухьяков идет, она портит еще чуть-чуть побольше тех, кто и пользуется для достижения богатства на земле уже. Это все энергии, которые распространяются. Вот Парвати, разные слуги у ней есть. И здесь можно видеть эти энергии. Это не то, что преданные должны это все видеть и знать. Итак, человек обещал одной женщине жить с ней честно. Потом дальше у нее сорвало катушки. Ну, что надо сделать? Надо вернуться назад в честные отношения. И он говорит: чтобы спасти ситуацию, я сейчас сделаю так, чтобы вы обе
жили в униженном состоянии всю жизнь. Потому что вам обоим будет трудно. Но я зато соблюдаю дхарму. Это что за дхарма такая? В Кали-югу запрещены такие браки. Откуда эта дхарма взялась? Так мучают женщин. Это энергия Господа Шивы. Энергия эгоизма. Это энергия чувства собственного достоинства. Так действует мужская. Я основа. Я как бы основа. Как я считаю, так и будет. Это факт, что в другой, в древней культуре энергия Шивы по-другому действовала. И энергии мужского и женского начала были, работали по-другому. Вот, допустим, у Соломона, который вот первый еврейский храм построил, и который как бы потом по проклятию Господа был разрушен при нем же, потому что он неправильно себя повел. У него было несколько тысяч жен, я не помню точно сколько. И они все были счастливы до тех пор, пока у него одна любимая не появилась. Вот в это время они начали страдать уже. И потом его наказал Господь за это. Но у нас другая культура. Женщины не имеют такого смирения, чтобы вот терпеть друг друга. Им тяжело будет, очень тяжело. Когда ты вот такой, ну, женщина, она же готова, вот женщина очень простая, простой человек. Если старшие ей скажут, ну, живи как бы, как второй женой, она поверит старшим, будет жить. Но как она будет жить? Она будет страдать всю жизнь, мучиться, это унижение, она ведь не шла на это. Вернее, первой женой. Она не шла на это, она шла, вот, чтобы быть муж, мой муж. Она так хотела. Что вот теперь произошло? Почему так все поменялось резко? Это же предательство. Взять человеку и испортить жизнь. Зачем так делать женщинами поступать? Ведь поймите, это очень опасно. Я сейчас никого не обвиняю. Как хотите, так живите. Я сейчас хочу вам рассказать некоторые вещи, которые многие не знают, преданные. Дело в том, что женщина, она обладает энергиями. Вот мужчина — это действующая сила, а женщина — благословляющая и проклинающая. Если бы у вас было видение видеть эту красивую тетю, которая приходит к человеку, чтобы забрать его жизнь, это женщина. Понимаете, эта красивая тетя иногда появляется и в других женщинах тоже. И зачем она появляется? Потому что женская энергия — объединенная энергия. У женщины есть три ипостаси основные. Это основные только. Если мужчина соблюдает дхарму, то в этом случае, и плюс он служит Господу, то в жену входит лакшми. Слово лакшми всем известно, да? Лакшми означает процветание. Человек, мужчина получает успех в этом мире. Там дальше, если мужчина стремится к истине, и он как бы заботится обо всем в этом мире, если он выполняет свои обязанности, ответственно себя ведет, то в него, в его жену входит Сарасвати, супруга Господа Брахмы. И он получает власть, этот человек, в этом мире. А если мужчина на понты зашел, типа я тут мужик, у меня должно быть много баб, на понты если зашел, тогда в нее заходит супруга Господа Шивы. Знаете, вот супругу Господа Шивы Шива может выдержать.
Но ты не Шива, чтобы выдержать Дургу. Она самая могущественная личность во Вселенной. Ее орудия непобедимы. И у нее есть такие интересные воплощения, варианты, которые тебе даже не снились. Например, Кали. Это очень интересная вообще история. Кали — это такое воплощение Дурги, которая родилась, чтобы убить Шиву. И что только она с ним не делала, она его заглатывала. Он сидел у нее внутри. Она гналась за ним, чтобы его уничтожить. Он бегал от нее, от Кали. Она на уши ставила всю Вселенную. И все не знали, что делать вообще. И только, ну, как бы, Господь Шива какой-то необычной своей силой любви успокаивал ее и приводил в порядок. Ей пользовались часто ее последователи для того, чтобы тут навести хаос. То есть Кали — это отдельная история. Это когда даже Дурга как бы не отрезвляет, тогда приходит Кали, это воплощение женской природы, которая хочет уничтожить саму себя. Женщина, когда ее доводят до безумия, она готова разрушить свою семью и саму себя ради достижения справедливости. Саму себя даже готова разрушить. Свою собственную жизнь она разрушает, потому что ее жизнь — это ее семья. Женщина ради семьи живет, она разрушает все. Это уже Кали. И если мужчина с Кали столкнулся, бегать будет всю жизнь от этой энергии. Она его будет преследовать. Другие женщины будут его бросать жестоко потом, когда он так с женой себя повел. Поэтому здесь вообще не шуточки. Вот мужчина думает, что он может нормально, как бы, тут у него, он тут хозяин, господин. Вообще не хозяин. Шива сидит себе там, в пепле, и не дергается. Потому что он знает, ему здесь ловить нечего. Здесь, потому что жена всем рулит. И он, потому что он обладает знанием. Мужики вообще никаким знанием не обладают. Они берут и коцают жизнь женщин. И не понимают, что у них такая энергия внутри, которая, с которой никто не может справиться. Женщина дает жизнь, и женщина забирает эту жизнь. Никто не может справиться. Это бесконечная сила и энергия. Она не видна даже самим женщинам. И женщины сами не понимают, что они могут сделать с этим вайшнавом, который себе в голову такую идею придумал. Это не то, что я здесь порядок решил навести, я просто рассказываю, что бывает, потому что я врач. Доктор. Доктор, да, то есть я как бы вижу, что бывает аппендицит. У меня у одного знакомого аппендицит. Он говорит, я что, я дома хочу? Я говорю, через 3 дня будешь в морге. И он поехал, правда, там уже воспаление, и еще б немного, и перитонит, и все. Поэтому как бы не надо связываться. Не надо, опасно. Ай-яй-яй. Энергии очень жесткие. Потом, я же 30 лет лекции читаю, я вижу, что человек сделал, потом, что дальше с ним происходит. Обрубает сразу Кришна, Господь. Это все по проклятию идет. Человек, допустим, был известным человеком, совершил неправильный поступок, все, он не может уже дальше действовать, как раньше. У него шакти нет, нет силы, возможности. Это благодаря женским энергиям все происходит. У меня 9 друзей моих за 25 лет проповедь, 9 друзей бросили жену
ради слушательницы лекции. И все они потеряли возможность читать лекции. Они были все популярными людьми. Больше того, практически все они ушли из духовной жизни. Благодаря такому поступку. Такая сила идет от женщин. И все они бросил или преданных жен. Вайшнавы, вайшнави. Такая сила идет от женщин. Мы должны это изучать. Поэтому надо с женскими энергиями очень аккуратно. Поэтому и преданные в древней культуре, многие и шли просто в отречение, чтобы не связываться. Что опасно, можно так влететь на несколько жизней. Поэтому аккуратненько. С женами аккуратненько, не ругаться. Вот Шива вообще, он как бы, он вообще не ругает с Парвати. Знаете, он очень спокойный. Она может ругаться там и так далее, он вообще не ругается. Но у него вот тут вот черепки висят. Знаете, что за черепки? А? Ну да, это ее воплощения разные. Но что-то там пошло не так. В общем, мы в веселом месте живем. А вы удивляетесь, что тут такое происходит. Ну, постоянно что-то происходит. Господь Шива — это сам Господь. Он просто дал возможность нам быть здесь счастливыми. И здесь надо соблюдать... Ну, дхарму, мои дорогие друзья, здесь, ну, как бы желание есть, но надо вот знать, опасно все это. Ну, опасно вот себе позволять больше, чем положено. Очень опасно. Могут быть последствия очень ужасные вообще на самом деле. Теперь... Вот смотрите, есть разные энергии времени. Есть тяжелая судьба приходит на Землю. Можно друг с другом как-то жить. Вот когда между странами тяжелая судьба, им тяжело, но они как-то договариваются. Бывает жесткая судьба. Ну то есть это уже не тяжелая, это судьба совсем другая. Это значит, что уже договариваться не могут. Ну как-то сами по себе там одни так живут, другие так, но как бы друг с другом не связываются. Так в семье тоже муж с женой не могут вместе жить. Шпарит их, ошпаривает сила. Они не могут, они не терпят друг друга. Но они могут чуть-чуть отдельно, там в разных комнатах. Ну, как бы выдерживают как-то. Но есть еще жестокая судьба, понимаете? Это тоже судьба. И когда она приходит, она коцает все. И вот когда жестокая судьба приходит, то тогда все люди делятся на три категории. Жестокая судьба означает война. Люди делятся на три категории. Первая категория — это люди, которые находятся под преимущественным влиянием гуны благости. Они хотят мира. Они молятся за мир, эти люди. Вторая категория — это люди, которые находятся под преимущественным влиянием гуны страсти. Эти люди хотят справедливости. Вот энергия времени захватывает сознание этих людей. Они находятся под покровительством Бога, потому что Господь, Он добрый, Он всех любит. Царица Кунти Кришне говорит: «О мой Господь, Ты не имеешь никому ни пристрастия, ни вражды,
ты одинаково любишь всех живых существ. Раздоры же между людьми возникают на почве политических отношений. Да еще царица Кунти сказал лишние 5000 лет назад, что такое политические отношения? Это благо какой-то страны. Вот, допустим, как бамбуковые деревья трутся друг от друга, возникает огонь. И два дерева сгорают, или весь лес? Весь лес. Вот точно так же жара, когда между двумя странами начинается, то два вида огня возникает. Первый вид огня — это тот, который раздувается ветром. Вот знаете, иногда дом стоит на 50 метров от другого дома, и он загорается. Это такой вид огня. И второй вид огня — это когда прямо рядом вот горит последовательно все. Вот смотрите, сейчас конфликт пошел, там в Китае жара пошла, в Северной Корее угрожает ядерной бомбой Южной Кореи. В Карабахе начались сразу, это ветер раздувает, огонь, разгорается огонь. Теперь давайте вот что изучим. Вот смотрите, допустим, огонь от чего возникает? От противостояния, да? Противостояние — это что такое? Какое из буковых, из бамбуковых деревьев, кто из них больше прав? Но чувство справедливости есть у каждого, потому что у каждого дерева есть свой ствол. Это означает, что каждое дерево защищает свою жизнь. Точно так же, как своя, каждая страна защищает свою культуру, свои ценности, свою территориальную целостность, свою жизнь. Каждая страна защищает. И что такое вот это жестокое время? Оно заставляет людей в праведный гнев входить. Гнев защиты Родины, доблесть, храбрость. Такие люди, погибая, отправляются на райские планеты. Когда жестокое время приходит, оно... не разбирается. Хоть ты святой Бхишма, хоть ты Видура, всех коцает. Бхишму заставило сражаться за придурков. Вот что он плохого сделал? Он всю жизнь только праведными делами занимался. И он пошел, они за его спиной прикрывались. Дуретхана не мог ничего сделать с Арджуной вообще. Карна тоже, смотрите, какая жестокая судьба. Это старший пандав, самый главный из всех. И как судьба с ним очень жестко распорядилась. Очень жесткие события вокруг него происходили. Он не смог выдержать этого. Принял сторону Дуретханы. Вот эти две личности, и плюс то же самое, полная жесть с этим учителем Драначари, который просто из-за сильной любви к своему сыну принял вот эту сторону Кауравов. Смотрите, это все жестокое время так действует. Вот эти три личности, Бхишма, Драначари и Карна, они защищали все это войско этих грешников, которые сами толком ничего не могли сделать. И интересно, откуда вообще у Дуретханы взялась сила сражаться с Бимой, допустим. Очень сильно он сражался, потому что он получил от Господа Баларамы благословение. С какой стати вообще? Господь сам дал ему благословение, потому что так действует жестокое время. Оно наделяет силами противоположной группировки. У каждого своя правда. И так есть доблесть, вот это вот желание защитить честь страны, защитить культуру, защитить народ. Я сейчас, знаете, чем занимаюсь целыми днями? Я помогаю, с помощью своих способностей, помогаю людям выйти из-под обстрела. Люди находятся под обстрелом, погибают, и я пытаюсь им помочь, вывести их, чтобы так, чтобы они живы остались. Понимаете?
идет война. И преданные многие, они попадают под влиянием гуны страсти и начинают мыслить с категориями доблести и Родины, и веры в Отечество, преданные, вайшнавы. А тогда вопрос, а за кого Господь? Если они кому преданы вообще? Они преданы Господу или чему-то другому? Если они преданы Господу, то они должны понять, за кого Господь. А Господь за мир, за доброту. Он хочет, чтобы люди не погибали под бомбами. Поэтому преданные должны молиться за мир. Теперь у меня вопрос, а молитва за мир, она является в какой-то стране чем-то неправильным? Вот, допустим, мы молимся за мир, это нашему правительству не нравится или нравится? Вот кто-то здесь в этом мире не хочет мира, кто-то хочет ядерной войны, чтобы все разлетелось в дребезги. Кто-то хочет? Нет, все хотят мира. Просто каждый выполняет свой долг. Но у нас тоже преданные есть здесь свой долг. Если вайшнавы начинают друг с другом враждовать, потому что у них разные как бы полюса, это не вайшнавская культура. Мы не имеем права враждовать даже другими верами, потому что там тоже Господь. Это тоже гуна страсти, фанатизм религиозный. Мы должны стремиться только к миру. Вот наша молитва в чем заключается. Теперь вы скажете, ну почему нам не стремиться к другим вещам, благородным, правильным? Потому что наша сила, она будет использоваться для увеличения трения бамбука. Чем больше мы будем доблести проявлять, тем больше доблести будет с той стороны. Будет усиливаться трение, а сейчас другое время. Это трение не приведет просто к какой-то локальной катастрофе. Оно разрушит всю нашу землю. Поэтому вайшнавы должны молиться за мир. Это наша дхарма сейчас. Мы должны очень сильно в это включаться. Я знаю преданных, которые с Украины молятся за мир. И общаются со мной каждый день, несмотря на то, что я сейчас как бы там, с другой стороны. Почему? Потому что они мне доверяют, что я буду правильно настроен в этой ситуации. Они доверяют мне. Поэтому общаются, просят помощи. Теперь еще кое-что хочу сказать. Когда в 2014 году началась война, я поехал в Киев. И людей на лекции пришло гораздо больше, чем раньше. Был полный зал. Люди ждали от меня помощи. Они не смотрели на национальность. Они ждали помощи от меня, заботы. Если приедет человек оттуда, у которого разрушила война жилье, он потерял детей, ему нужна вот человеческая забота, нужно ее оказывать. Когда я приехал в Киев, то на таможне, я когда женщина, которая проверяет документы, когда она увидела мой русский паспорт, она побелела вся. И я начал чувствовать, что у нее погиб какой-то близкий человек, может быть даже сын. И я с ней вел себя очень по-доброму. Я с ней по-доброму разговаривал, и она успокоилась чуть-чуть. Ну, отдала мне документы мои русские. Вот. Но при этом я пытался очень по-доброму. Потому что человек, когда попадает в зону жестоких страданий, он не может себя контролировать. И в это время надо прощать ему любое проявление его ненависти, даже национальной, не имеет значения. И именно вайшнавы должны этим заниматься. Наша культура сама именно к этому призывает. Преданные стоят выше всех других дхарм. Сарва дхарма паритяджа, мамы кам шаранам враджа.
Это очень важно сейчас, вот именно в это время понять. Какие вопросы у вас ко мне? Да? Да, еще преданный, хочу вам сказать. Ну, как бы вы уж меня за это простите, но я хочу сказать такую вещь, что если человек, поклоняясь Господу, культивирует в своем сердце доброту, он становится вне влияния времени. И защита всех его родственников, даже которые там сражаются, обеспечена. Те люди, которые попадают под влияние доблести, вот этой вот кармы, ну, отечественной, они не имеют полной защиты. Но какую-то защиту они имеют. Если они будут честно выполнять свой долг перед страной, они могут остаться живы. Но там есть одна проблема. Эта проблема заключается в том, что ну, уйти в зону невежества или третий долг, это первый, второй, и третий еще, я про него не сказал, если есть третья категория людей, которые находятся под влиянием невежества, и они находятся в состоянии черной ненависти. Эта черная ненависть возникает как результат сильной боли. То есть человек может потерять все, и он тогда, как Ашватхама, может просто всех покоцать без всякого соображения, что он делает. То есть брахман, представляете, который наполнен знанием, в его голове драгоценный камень, который дает ему разум, знание, богатство, процветание, силу, спокойствие, контролирует все его чувства. Он сошел с катушек из-за того, что убили, несправедливо убили его отца. Он потерял всякое самообладание. И кто убил отца? Его ученики, которым он дал боевое искусство. Таково влияние жестокого времени. Здесь нет справедливости, понимаете? И катушки слетают у всех. Поэтому, если у человека черная ненависть возникла, он погибнет обязательно. Поэтому если преданные молятся с добротой, сердце с добротой за своих близких, то они защищают от черной ненависти даже тех, кто в состоянии доблести находится, таким образом даруют им жизнь. Но если преданные начинают как бы занимать чью-то сторону и молятся в настроении другом, здесь нет гарантии для ваших родственников. Поэтому уж не обессудьте потом, если что. А тебе не кажется, что ты вот на поле битвы Курукшетра в этот период, ты говоришь, давайте мир, давайте мир. Сейчас идет война другого плана, идет война между... Вы можете считать, как вы считаете нужно. Я считаю так, ты знаешь, я имею свой, ну, свой долг перед вайшнавами, перед людьми сейчас в это время. Я его изложил. Вот. У меня есть друзья, украинцы. Вот. Они, многие из них настроены патриотично. Они видят, как убивают их родственников. Вот. И если я сейчас другое мышление выберу, то я начну против вайшнавов создавать свою коалицию. Когда, родственники мои там местные, что же? Когда началась война, то я жил рядом с украинцами, мы жили на Говардхане вместе, рядом с украинцами, которые были в полном шоке, потому что их жизнь полностью разрушена от того, что произошло. У них теперь нет работы, нет дома, нет будущего никакого. И обвинять их за то, что они не согласны с тем, что происходит, я не могу. Но каждый преданный, вот сейчас, как бы еще раз повторяю, энергия времени сейчас людей делит на три лагеря. Они абсолютно непримиримы друг к другу. Вот те, которые черная ненависть, если ты, допустим, человеку жизнь дал, а он русский по национальности, то тебя тоже убьют. Или наоборот. Черная ненависть, она везде одинаковая. Если ты в состоянии доблести находишься, то тогда ты никогда не поймешь тех, кто хочет молиться за мир.
Люди разделятся на три лагеря, и поэтому я никого не осуждаю. Каждый выбирает свое, свой лагерь. И последствия тоже он выбирает свои, за свое мышление. Мы будем сейчас разделяться, все преданные. У нас разделятся на три категории люди, поверьте мне. Так действует время. И каждый отстаивает свое право, свою честь, свою веру, свой путь. Можно? Да. Вопрос немножко по семейным отношениям, немножко другую тему. И хочу еще кое-что сказать. У нас есть много духовных учителей, не один, а много духовных учителей, которые имеют тенденцию не в ту сторону, которую мы сейчас имеем. Очень серьезные тенденции. Их мнение по поводу происходящего сильно отличается от наших. Сильно отличается, преданно. И это ваши духовные учителя. И поэтому я хочу вам сказать, преданные, молитесь за мир. Иначе вы можете разрушить даже свою собственную веру в этой ситуации. Это самый единственный выход для нас, который сохранит нас в этой ситуации, нас как вайшнавскую культуру. Не культуру, которая сейчас делится на лагеря, на разные направленности мышления, а культуру международную, которую создал Шрила Прабхупада, которая предназначена именно для этого. Если вы устав почитаете ИСККОН, то вы увидите, что один из самых важных пунктов в нем написано «За мир во всем мире». Там это ключевой вопрос, это ключевая идея Шрилы Прабхупады. И он говорит, никакая организация ООН не поможет. Только духовная культура дает мир людям, потому что она выше всех упадх, всех дхарм. Это очень важно понять сейчас, потому что иначе наше движение развалится или тенденции к этому будет иметь очень большие. Да? Благодарю за лекцию. Очень познавательно. Спасибо большое. Вот действительно полностью поддерживаю вашу точку зрения. Даже... И еще Шрила Прабхупада сказал, что у нас не религия. Он даже дхарму веры, религии отверг. Он сказал, у нас мы выше религии и дхарм всех. Понятие мира — это и есть суть веры вообще. Бога. Парадукха-дукхи — это основная функция преданного. Он сострадателен ко всем, без исключения. Даже тем, кто режет его, фактически. Как Иисус. Иисус Христос, да, принял как бы эти страдания. Да, извините, что я прервал вас. Благодарю вас за лекцию, очень спасибо, что приехали. И вот так правильный мир остался. Большое молились, что вы приехали, на самом деле, не хватало вот милости от вас, чтобы получить. Да, я вообще, как бы, все от меня тут зависит. Я тоже разделяю вашу точку зрения, мы все разделяем вашу точку зрения. Даже вот, преданные, не надо, того, не надо про всех говорить, все нормально. Я всех уважаю, люблю. Я всех преданных люблю, с какой точкой зрения бы он ни был. Я сейчас просто хочу искренне открыть свое сердце, сказать, как я настроен, и помочь преданным, попытаться помочь вырваться из этой ужасной ситуации, в какой наша духовная организация оказалась. Все, как бы я не настаиваю ни на какой истине. Я не считаю, что я абсолютно все знаю и понимаю. Я уверен, что я много чего не понимаю. Вот, но сейчас, как бы, я все равно вот сказал свое понимание вещей, потому что я считаю это большой ценностью сейчас для преданных и для людей в частности просто, чтобы сохранить как минимум свое нормальное сердце от разбитой, ну, от разбитости и жестокости, которая может прийти в него в любой момент. Простите, пожалуйста, я хочу немножко в другую сторону вести. Да, отлично. Спасибо. И вот хотел бы такой вопрос спросить. Если
примеру, такая ситуация у человека преданного в отпуск, к примеру, да, и вот он обещал, к примеру, жене одно, а сам уехал, к примеру, на служение. То есть он должен отпуск поделить на две части, то есть, чтобы увеличить свои обязанности семейные выполнить и память быть, или он должен провести... Одной жене сказал, что пойдет другой жене, тот пошел, что к этой, а сам на чердак учиться, учиться и учиться. Что-то вроде этого. Жена подозревает, что я где-то там в другом месте. И жену с собой, все решится, понимаешь. А преданная жена преданная? Нет, по-моему. Вы про себя вообще говорите или вопрос про себя задаете или про кого-то другого человека? Я про себя. Ну тогда очень загадочный у вас вопрос. Много таких очень тонких, неизвестных, которые я не совсем могу понять. Я хочу, чтобы она была преданной, но она как бы сопротивляется. Ну, ее раздражает. Вот смотрите, допустим, если мне показывают прекрасный вайшнавский торт, и я как бы, я думаю, с какой стороны начать его есть. Но в это время приходит преданный и тыкает меня носом в этот торт и говорит: ешь, грешник, ешь просад. Хватит заниматься упадхармами, предайся Кришне. Просто предайся Кришне и говори только на тему чистого преданного служения. Ешь, ешь торт. Как вы думаете, у меня аппетит увеличится или нет? Прабуджи, вспомните, как вы себя вели со своей женой. Как вы, когда вы стали преданным. Как вы ее заставляли заниматься духовной практикой, говорили, что она в мае. Это называется доброта. Мы говорим о доброте. То есть именно доброта меняет сознание человека. Посмотрите, как Нитьянанда Прабху отнесся к Мадхаю. Ну, или Джагай, кто его там ударил? Джагай, да, по-моему? Он ударил его кирпичом по голове. И Нитьянанда, он очень аккуратно, по-доброму вел себя с ним. Только так можно людей приводить в духовную жизнь. Только так. Особенно жену. Она всего боится же. Женщина по природе пугливая очень. Она боится, что погружусь головой и брошу ее? Да. И... Вот это она этого боится, видите. Она вас любит и боится вас потерять. И на это есть определенные факты. Вот если посмотреть на события, которые происходят. Допустим, муж говорит: поедем в отпуск. А сам в храм. Обманывает. Потом он скажет: поедем красотка кататься, а сам в отреченную жизнь. Все, и как бы, и только деревья, как бы. Боится она? Наш человек по-доброму к ней относится. Ну, а вы по-доброму. Я же говорил сегодня про Дургу. Да-да, я подумал, как про мою ситуацию. Поверьте мне, так подумали все преданные. Ситуация здесь у всех одна и та же, мы попали в материальный мир. Здесь Дурга всем управляет. И она может покоцать.
Просто это у тебя уже большой опыт. Я помню, когда ты меня знакомил на Венском бульваре со своей очередной женой, помнишь, да? Я тебе помню, что сказал? Так оно случилось. У тебя опыт большой. Я никого не бросал. Я знаю, что не бросал. Я ждал, молился, старался. Так получилось. Чего не сделать. Но опыт, правда, именно такой. То есть жена перегорела. Но я к ней по-доброму относился. Она просто устала ездить со мной. У нас аскетичная жизнь была. Она не выдержала. По-доброму относитесь к своей жене. Хорошо? Она станет преданной обязательно. Она уже хотела стать преданной, но вы ей помешали. Вспомните, я это вижу. Она уже хотела. Да, она была с нами правильно, несколько раз уже не сделала. Вы ей помешали, потому что вы слишком сильно тянете. Вот если человека тянуть вот так вот за руку, как вы думаете, что он будет делать? Сопротивляться. А если ему дать возможность, он нормально. Она говорит, я вижу, как ты, и многие такие, как ты, когда кушают, такие жадные до еды, что мне как бы это не нравится. Я здесь ничего не могу сказать. Я здесь не могу вам помочь, Прабу. А то преданные просто подумают, что я лицемер. Ну, как бы. Я ем тоже, как маленький очень слоненок. Когда меня кормят, я говорю, я не лошадь, мне ведра хватит. Это ну, как есть, так есть, что делать. Ну, я помню, преданный один у нас человек, у меня, он был православным. И он кушал сухарики, постился, постную пищу ел. Вот. И он так... Я ему, это было давно, уже 30 лет назад, я ему дал переписать кассет лекции духовного учителя. Он переписал, и когда переписывал, послушал их, стал вайшнавом. И тогда, когда он был христианином, у него вот такая тарелочка была. Потом прошел месяц, когда он начал повторять Харе Кришна, и у него вот такие три тарелочки стало. Нет, я честно говорю, я удивлялся, куда влазит вообще, как это возможно. Мистические способности какие-то. Ничего не сделаешь, но она видит, как бы, сколько мы кушаем. Здесь слово, конечно, оно немножко не подходит. Ну и страшно становится. Поэтому, ну, нормально, как по-доброму относитесь к ситуации. Она скоро станет преданной вашей. Ну, только подобрее к ней, поспокойнее. И вы ей говорите, куда вы идете, чтобы она не боялась. А то преданные, они первое, что усваивают вайшнавской философии, это трансцендентный обман. Приводят пример Нитьянанду сразу. Это первое. Но люди-то не знают об этом ничего. Они боятся. Ладно, преданные, какие еще вопросы? Харе Кришна, спасибо вам, что вы приехали. Вам спасибо, Матаджи, что вы пришли. Мой муж в последнее время очень сильно полюбил ваши лекции, и поэтому... Это опасно. Мы очень много слушаем вас. Ну, это опасно, это крен мистический, все эти дела пойдет. Идет на благо, спасибо большое. Скажите, я просто слушаю из-за того, что много слушаю вас сейчас. Вы там говорите, что вы можете по голосу и по фотографии... Вот я же говорил, это опасно. Предупреждал уже все, как бы. Да. Я обещал старшим преданным на Бхагаватам этим не заниматься. Поэтому после лекции, как бы, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Он обещал. Да. Я верю. Хорошо, у меня тогда еще один есть вопрос. Я на днях разговаривала с вашим помощником, он мне порекомендовал обнимать дерево. Я у него спросила... Не-не-не, не так, это неправильно. Я как советую? Обнимать мужа, а к дереву стоять спиной. А, да, так он и сказал, да. Вы неправильно, как бы вы...
где к мужу стоять спиной, а дерево обнимать. Так у вас как бы неправильное представление. Я у него спросила, что пальма это дерево, он сказал, что надо спросить у вас. Ну, пальма вообще ботанически это не дерево. Но оно дает такую энергию. А пальмы, это очень благостная энергия у пальм. Вот смотрите, кокос, это очень благостный продукт. Финик тоже. Они одни из самых благостных продуктов. Ананас. Ананас как капуста растет, она невысокий такой. Ананас не надо? Ну, такое. Не, я тут много интересного знаю, как у вас в Сочинском крае. Может, все поменялось. Хорошо, у меня есть еще один вопрос, очень серьезный. Да, можно стоять спиной к пальме, это, ну, как бы, это нормально. Вот я психолог, и ко мне на консультации приходят люди, и я им иногда рекомендую послушать какие-то ведические лекции, да. Посмотреть фильмы. Да, сначала мои рекомендуйте, потом Хакимова. Нет, я наоборот делала. Сразу Хакимов, тогда мои не надо. Тогда уже все. Да, если вы сразу вайшнавов, старших вайшнавов рекомендуете, то мои не надо уже. Ну вот важно, чтобы люди получили постепенное развитие. То есть сначала они получают лекции сати, потом мои, потом читанчан. И это хорошо. Вот постепенное развитие должно быть. Но иногда человек сразу слушает лекции Госвами Махараджа, для непреданных есть, или Читанчандры Махараджа. Все, тогда дальше ниже планку уже не опускаем. Угу. Тогда пускай слушают старших вайшнавов лекции, все, как бы нет необходимости. Вот возникает некая проблема. Я иногда кому-то рекомендую Махабхарату посмотреть, кому-то Шани Дев. Сейчас я зачитаю, чтобы сократить время. Кого-то Бхагавад-гиту почитать. И некоторые реагируют вот так, а я не знаю, что им посоветовать, я вот хочу от вас помощи. Они говорят, ой, нет, эти веды, я сойду с ума, я все это когда-то слушала, у меня чуть не съехала крыша, я иногда обращалась в психушку из-за этого, у меня в этих фильмах показывают демонов. Вот такая реакция, я не знаю, что отвечать, когда так реагируют люди. Посоветуйте, пожалуйста. Что это такое? Что это за реакция? Как мне потом быть после этого? Я раньше просто отменяла, говорю, ну хорошо, не смотрите. Мы не должны думать, что мы всем дадим культуру вайшнавизма. По каким-то причинам люди будут принимать другие культуры. Но у них тоже есть очень много святости и чистоты. У меня есть очень возвышенные друзья, православные, мусульмане, у которых много последователей, и мы когда с ними говорим о духовной жизни, то я не вижу разницы между нашим восприятием и их. Но с точки зрения каких-то простых вещей, любви к Богу, полного предания, ну как бы не вдаваясь в философию, кто такая личность Бога, а вот просто потому, как душа должна жить в этом мире. Поэтому как бы важно направить человека то русло, где он получит духовное образование, духовное знание. Ну, надо понять, к чему он предрасположен. У меня был такой случай в жизни, когда одна девушка, она стала преданной и практиковала очень искренне. Но потом, когда я пришел к ней домой, я узнал, что у нее очень возвышенные православные, по пятое колено там родственники, у ней все в храмах там просто живут и молятся постоянно, то есть. И она потом постепенно вернулась назад в ту культуру. И стала очень искренне православной, и там просто вот она отдает свою жизнь сейчас Богу. Мы должны, не должны ревностно относиться к людям. Наша цель — их привести к Богу. Как они куда пойдут, уже это другой вопрос. Да, еще вот смотрите, у меня с мусульманами, я часто консультирую или туда летаю, и они очень хорошо доверяют, потому что вайшнавская культура очень похожа на них, омовение, это все рекомендации, они им подходят. Но у них есть вот такой, я часто сталкиваюсь с тем, что если он, мужчина сказал 3 раза жене, что если я больше не буду жить, я развожусь,
то, ну, например, на гневе, либо глупости, или раздражение, ну, например, через год он передумывает, и я рекомендую ему вернуться к семье, потому что там дети остались, как она будет растить их, то имам ему говорит, что по закону Корана он не может вернуться к своей жене, хоть она ему была верна все это время. Не все, не согласен полностью. Я... Да, дело в том, что трактовка Корана у разных людей бывает очень разной. И здесь не надо прямо вот так вот доверять этому всему. Я слышал много примеров обратных. И, ну, как бы здесь все непросто на самом деле. И если говорить о двоеженстве в мусульманстве, то там тоже очень все не так, как мы думаем. Например, если человек берет жену себе, то он должен ее спросить, согласно законам шариата, он должен спросить ее, она хочет ли, чтобы была вторая или нет. Если она не хочет, он не имеет права брать вторую. Потом дальше поехали. Если, то есть они заранее договариваются, об этом я на лекции говорил, что надо договариваться с женой заранее, чего ты хочешь, ее, не надо ее обманывать. Потом дальше, следующее правило, если он хочет взять вторую, и она ему разрешила с самого начала, то он должен сначала спросить ее, хочет ли она жить вот с этой именно женщиной, которую он выбрал. Если она не хочет, он не имеет права дальше жениться на ней. То есть по законам, по этим, она сама выбирает себе, ну, сестру, они называют это сестрой, то есть сестру вызывает, она выбирает сама себе. И тогда уже имам или там мулла, он благословляет этот брак по законам Корана. Только тогда, в этом случае, он не может благословить, когда вот эти все тонкости не учтены. Но мы этим пользуемся вообще просто абсолютно беззаконно. Ну, то есть, преданные говорят, типа, ну, Прабхупада разрешил, и все теперь, что хочу, то и делаю. Но у нас нет понимания, как это все происходит. Это имеет свои законы вообще. Вот можно ли рекомендовать такое? У них очень часто по закону не заключенные браки, вот только в мечети заключают. Нет, это тоже неправильно. Uh-huh. Это второй брак не заключен, а первый они просят заключить. Дорогая Матаджи, уже время все, одну секунду. Можно ли просто ему вернуться к жене? Нет. Без разрешения имама? Надо спросить у другого имама, и он ему посоветует вернуться. Это 100%. Ладно, Шримад Бхагаватам ки джай, Шри Прабхупада ки джай, Джаганат Баладев Субхадра ки джай.